Доброе утро! Сегодня 1 декабря, наконец-то пришла зима и за окном, и по календарю. Сергей, расскажите, что у нас за последние сутки случилось? Здравствуйте! Доброе утро! Ну, из чрезвычайных происшествий у нас вчера был небольшой пожар на Горбаневском 6. Там часть дома ОСББ и часть ведомственная. Но там горело в двух подъездах, горели электрощитовые. Вчера электрики уже работали, если там на сегодня остались, по одному подъезду должно было остаться, чтобы пол подъезда было без света. На сегодня должны закончить работы, там, восстановить электроэнергию. Значит, по отоплению у нас остается так и три дома, но по заверениям керующего ликвидации маршала Березова 66 должны сегодня-завтра включить. Сейчас будем на него опять выходить. Уже обнадеживает. Да. Наконец-то, 1 декабря. У вас будет вопрос? Да, ну будем сейчас уточнять, потому что... Эта информация обнадеживающая, но хотелось бы сейчас до конкретики, точно когда время, во сколько включат отопление. Из сегодняшней ночи работало 11 единиц техники. Значит, мы еще раз прошли два раза наше большое кольцо, еще раз проходили по поселкам. Чистили посыпали. Да, и сейчас на утро уже выехало 4 единицы, сейчас будем смотреть, что у нас будет дальше по снегу. Если чтобы он выводить дополнительные единицы. Значит, по погоде нам среднюю температуру сегодня передают днем минус 3. Ну, обещают же, что утром как раз и днем небольшой снег, который сейчас он у нас и идет. Ну, так, ну еще потепление же на вечер идет, там до минус 2. Ну, а так, в принципе, пока все спокойно. Ну, готовы, принимаете зиму полностью с готовностью. Да, ну, уже ж было-то так, в пятницу, в прошлую. Ну, почти и, чуть, да. Да, два дня назад. Жаль, но считаю, здесь уже что... нормально начало сыпать. Да, справляемся. Ну, это еще по сравнению с позавчерашним днем, это еще не такой сильный снег. Я думала, что он прекратится. Еще только начало зимы. Да, пока только начало. Вот, а вам хорошего настроения зимнего, снежного и, не знаю, солнечного. Спасибо, до завтра. Спасибо вам.